Непростая сейчас ситуация, и, на мой взгляд, важно поддержать вот напрямую людей, те, которые тяжелее всего. Общероссийский народный фронт по Ставропольскому краю крайне активно участвует в этом процессе. Мы развозим наши активисты, продуктовые наборы непосредственно по адресам. Сегодня, в том числе, мы приехали во вторую городскую больницу, чтобы передать продуктовые наборы младшему техническому персоналу. Хотелось бы и таким образом и поблагодарить, и что-то помочь материально, чтобы как-то поддержать. В этом я выражаю самые теплые слова благодарности всем медикам, и в частности второй городской больнице нашей, всем медикам Ставропольского края, которые активно борются с этой проблемой. Я думаю, что все вместе мы победим, и все у нас будет в порядке. В это непростое время мы хотим сказать врачам огромное спасибо за их тяжелейший ежедневный труд в условиях эпидемии коронавируса. Молодежь КЛНФ поддерживает врачей и сегодня в рамках акции «Мы вместе» привезла продуктовые наборы для младшего медицинского персонала городской больницы номер 2.